Привет, дорогой зритель. Подводит меня немножко человечек. Подписался вроде как обрабатывать видео, а в итоге что-то немножко там поднакосячил. В общем, непонятно. Видео готовится, никуда не пропал. Ну, вот такие некоторые проблемы там, ну и в целом. Значит, опять у нас ТМО. В этот раз прибежал достаточно быстро. Вопросов никаких нету. Что у нас внутри? Давайте глянем. У меня тетка моя говорит: Мишенька, говорит, хочу телефон сменить, старый телефон кирдык-мирдык. Ну, в общем, поменяла она его на ноут 4, и теперь говорит, у меня пауэрбанк теперь нифига не справляется, нужен мне новый пауэрбанк. Я, значит, заглянул, продается, стоит со скидкой 1250, если не ошибаюсь. И на Алишке появилась новая кнопка «Купить дешевле» в комплекте. И оказывается, вот с югриновским кабелем для айфона, который мне в целом-то нафиг не нужен, а получается он 600, и это там что-то рублей 500, в общем, в сумме 1100 получается дешевле. При этом доставка бесплатна. А непосредственно Powerbank у нас оказался литий-полимерный аккумулятор, называется, на 20 тысяч миллиампер часов. Достаточно такая прикольная упаковка, все так по-взрослому как-то сделано. Я вот не знаю, как она выглядит. Минимализм полнейший, да, то есть там ничего лишнего абсолютно нету. Серая коробочка и на ней наклеечка. Ну, опять же, да, там спецификация. Внешний аккумулятор, мощность, емкость, вес. Мощность 74 ватта, 3,7 вольт, емкость 20 тысяч миллиампер часов, вес 437 грамм. 160 на 80 на 22,6 мм. Вход 5 вольт, 2,1 ампера максимум. Выход 5 вольт, 2,1 ампера максимум. 5 вольт и 1 ампер максимум. Либо 2,1 ампера максимум. Только что такое? Два значочка и один значочек. Хрен его знает. Давайте, наверное, откроем да посмотрим поближе. Инструкция. Не, ребят, не знаю, что-то как-то вот, что вам сказать. Как-то вот он какой-то огромный и тяжелый, да, то есть вот два момента, которые я хочу видеть от внешнего аккумулятора, это легкий и компактный. Оба момента у него не совпадают, зато я понял, что такое два значка и один значок. Значит, у него выход есть USB 1 значок, есть выход USB 2 значка. Следовательно, если мы воткнем в выход, будем делать зарядку в выход только один, в USB-шку с двумя значками, то мы в итоге получим 2,1 ампера. Если мы воткнем в USB-шку с одним значком, мы получим 1 ампер. А если мы воткнем и туда, и сюда, то 2,1 ампера. Максимум. Хрень какая-то. Ну да ладно, можно сразу два устройства заряжать с помощью этого пауэрбанка. Есть кнопочка. Кнопочка, говорю, есть. О, он показывает циферками остаток заряда. Ну и, собственно говоря, вполне неплохо сделал, по большому счету. А в ТМОЛе можно поймать некоторые вещи. Кто мне там названивает? Сделаем мы потише. Можно поймать вещи за недорого. Собственно говоря, ссылка будет. Дороже, чем 1000 рублей он не стоит. Ну, опять же, ребят, да, имейте в виду, что вот большой и тяжелый. Если вас это устраивает, заказывайте. Догонку с кабелем сейчас стоит 1100. За сим, думаю, все. Проверять его реальную отдачу я не буду, потому что, ну, блин, с таким весом иначе быть не может. Все будет хорошо. Ну, а с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока. Вся проблема в том, что мне, знаете, у меня на компьютере, короче, слетел Vegas, да, я не могу монтировать видео, поэтому приходится с одного дубля все снимать, ну, и немножко ограничен. Да, чуть попозже будут, я думаю, более веселые видео, там сейчас обзор на три разных Meizu и так далее, и тому подобное. В общем, ждите, скоро будет. Пока.